Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим на набор Lego серии Архитектура, номер набора 210-42, Статуя Свободы. Ну, как вы видите, она значительно выше, ну, не значительно, а где-то на голову выше своей собственной коробки. Что вначале? Вначале посмотрим, что у нас был разделители деталей и вот такая коллекция, или сказать, вот такие детальки, которые остались у нас после сборки. Так что в основном видите вот такие зеленые, одна золотистая палочка, наручники тоже такого зеленого цвета, такой желтый. Вот это белое, серое, ну, такое по мелочи. Ничего такого сверхважного нет. Ну, вот рог еще такой. Все. Инструкция, я не знаю, чем она отличается, тем, что она, у нее страницы черные. И список деталей, кому это интересно, может посмотреть на lego.com. Коробка. На коробке тоже останавливаться не будем. Если хотите, там есть на другом канале видео с распаковкой. Приступим к обзору нашей статуи. Так. Вот такой вот у нее внешний вид. Давайте сначала внизу посмотрим. Вот это под тайлик такой вот. Это принтованная деталь. Статуя свободы. Вот такая вот детализация. Будем вам показывать с разных сторон и по уровням. Здесь был кончик сделан. Видите? Вот. Внизу, конечно, вход, балкон и постамент. Ну, постамент, на котором стоит статуя. Она уже в таком зеленом цвете. И пока мы не поднялись вверх, вот, может, я посмотрю, как здесь устроено внизу. Видите? Вот такая вот деталь. Пошла наверх, и там плюс еще тоже типа как стягивается. Видите, я так более-менее крутил, и все нормально. Балкон мы посмотрели. Так, подножие, ноги как организованы. Вот у нее у ног лежат такие кандалы или наручники. Вот видите, у нее правая нога вот так вот немножко согнута. Левая закрыта, вот видите, пальцы или ступня, не пальцы, пальцы. Вот так вот организовано. Так, она где-то в такую тунику вроде как. Спина. Вот так у нее все показано. Одежда. Как она со спины выглядит. Вот так вот. Если вам интересно, смотрите. Сколько таких маленьких зеленых деталюшек. Одевались слой за слоем. И вот мы приближаемся уже. Ну, голова, в руках у нее еще раз факел. Во второй руке у нее книга, наверное, конституция или свод законов. Говорят, что вот, конечно, классно было, если вот здесь было бы как обозначено лицо, но это, наверное, было бы очень слишком. Вот. Как огонь выглядит. Ну, вот прическа такой. Интересный этот вариант.
Вот эти штуки можно немножко поправлять. Вот так вот. Вот книга здесь вот на таком элементе стоит, видите, вот здесь вставлено и немножко так отклонено, чтобы видно, как она как рукой поддерживает. Ну, все так условно, но представляете, все это с пластинок из кубиков так все сделать. И вот факел. Ну, можно на него посмотреть. Цепляю. В принципе, видите, крепкая. Я вот держу ее под углом. Но все равно за счет, вот видите, маленькие эти деталюшки, все это надо быть аккуратным. Вот еще раз. Набор классный. Если вы увидите его в продаже с хорошей скидкой, обязательно покупайте. На полке будет смотреться очень красиво. И вот сам процесс сборки интересный. И каких-то вот приемы, которые здесь использованы, будут, может быть, вам полезны для различных ваших там моделей в таком духе, каких-то самоделок. Ну и сам вот набор содержит вот столько деталей. Конечно, их не хочется вот разбирать и собирать с них что-то другое. Вот его поставил на полку, и все, вот класс. Конечно, вы спросите, как вы отличите, там есть мини-фигурки, микрофигурки. Вот он у меня в руках. Есть китайская микрофигурка. И посмотрим, как она выглядит вот соответственно со входом. Она немножко великовата. Вот. Видите? То есть должна быть фигурка в масштабе с этой постройкой где-то в два раза меньше, чем микрофигурка. Поэтому мини-фигурка будет здесь великаном. Чтобы мы могли себе представить размеры. Ну, возможно, это не в масштабе сделана статуя, как настоящей, но все-таки набор прекрасный. Я же говорю, что если получится, покупайте. Не обращайте внимания, что это серия архитектура. Это один из, наверное, лучших наборов в этой серии. Все остальные тоже классные, но вот именно вот этот, он хороший. 210-42. Всем советую. Ну, а от вас требуется лайк, подписка. Ну, как это все, ну, это, конечно, по желанию. Если у вас это есть желание, подписывайтесь на канал, ставьте свои оценки, комментируйте, смотрите другие ролики. Смотрите второй канал с распаковками, и там тоже есть наборы Лего. На этом все. Большое всем спасибо еще раз. Всем пока. До новых встреч.